Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Всем добрый вечер. Уже 11 часов практически. Сижу, учу. Бой в советском стиле. Так скажем, для песни «Если у вас нету дома», «Если у вас нету тети», точнее, правильно будет. Такой довольно непростой бой, хотя и выглядит легко, то есть дергаем бас, аккорд, и коротко должно звучать. Но у них в этой песне очень много аккордов сразу подряд проходят. Ну, например, смотрите. Многие же мучаются, не могут быстро сменять аккорды, а здесь прямо ад для тех, кто не может быстро сменять, потому что нужно это легко, быстро, красиво, изящно играть. Поэтому сижу сейчас, тренируюсь, у самого сразу не получалось попадать. Ну, по сути, получается, просто звучит криво, не дожимая или не успевая быстренько попасть, поэтому тренируюсь. У каждого есть тренировки, как и у спортсменов, так и у музыкантов. Поэтому, друзья, делаем свое дело, занимаемся, каждый день бомбим. Сейчас время занятий. Тут я использую такой прием бас, чтобы не гремело пум-пум. Звучал так коротко, красиво, как по-настоящему. Использую прием блокировки правым большим пальцем. То есть дернул, потом дернул аккорд, но в это время откидываюсь назад и большим пальцем блокирую шестую струну. То есть вот. И то же самое за вторым разом. Пам. Рука так ходит вот. Но зато блокировать можно и красивее звучит. Еще раз. Ага, вот здесь ошибочка. Тяжело после, да? С басом на четвертом. Ладу. На G перескочить. Отдельно тренируем. Довольно сильно дергаю бас, поэтому он хрипит. Аккорд ЕМ слэш С дробь. То есть ЕМ по сути аккорд, но бас берем другой. До диез добавлены. Четвертый лад, второй струны. А, и пятый уж сверху. Более-менее сделал, попробовать надо спеть уже. Так. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены.
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Примерно, еще надо репетировать. Просили эту песню исполнить в одном месте. Ребята, ну вот таким образом проходит репетиция моей песни. Нахожу аккорды, вот я их нашел, послушал другие каверы. Обучалки, если есть, и уже пытаюсь, сижу, нужно долбить, долбить, пока не получится. Сейчас буду Иордан учить, это еще хуже Марокко. Но все должно получиться, главное, упорно, упорно бомбить, у меня тоже все не получается. Подписывайтесь на канал, кто смотрел первый раз. С вами был Раиль Арсланов, и до скорых встреч. Пока.